Ребят, привет! Сегодня 25 марта 2017 года. В предыдущем видео мы снимали, как мой приятель Вова покупал себе новый мотор Suzuki взамен своего китайца. А вот, и обещали сделать следующий показ, когда откроют навигацию, когда, собственно, можно будет уже выйти в акваторию и, собственно, снять видео, там, первый запуск мотора и так далее. А вот, в общем, до начала навигации еще 3 недели. Мне звонит, говорит, что все, уже нету сил терпеть больше, хочется в море ему выйти. А вот еду к нему на Патроклу, бухту Соболь. Будем обкатывать мотор. Вовусик! Как ты? Что ты здесь делаешь? Так и надо! Ты же его обновил! Заправленный даже. Двигатель сидит. Что там, как будем обкатывать? На полном газу? А чё? Он... Он ж на гарантии. Блин, смотри-ка, вода офигенная. Просто шикардос. Да все видать. Единственное, будто это не совсем интересно для миряней. Тут... Я сюда в этом, в июне сюда приду пеленгаса пить. Так, ну что у нас, впереди 5 часов. Что, ты доволен? Нет, что? Двигатель новый. А я хочу вот нырнуть вот сюда вот. Очень-очень. Да нет, сейчас 1.4 метра, наверное, скорее всего. Может, 5, не знаю я. Мало. А вот, это наш город красивый. Бухта Соболь. Когда открывается навигация, здесь весь берег. В машинах, в лодках. Тут прям базар такой идет. Суета. Насосы работают. Моторы греются. Перемещаются. И вот такая вот арава, десантура. Все идут вон туда, вон. И там начинают ловить краба. Да, краба мы отпускаем. Кипящую воду, подсоленную. Да? Обалденно. Ладно, ребят, все, до следующих включений, уже с рыбалок. Пока.